Привет, ты на канале Daryl Winzer. Сегодня мы продолжаем игру под названием Castlevania. В прошлый раз... Я уж и не помню, что мы делали. А, пещера с пауками была. Теперь вход в лабиринт. Итак, он нашел еще одну реликвию Гандольфи. Это было предвидено, но должно было пригодиться в будущем. Утраченный город Агарта предстал его взору. Мне интересно, знаешь ли ты, Габриэль, что тебе уготовано впереди богов? А уготовано богом впереди земли оборотней. Это неразрушенный город теперь принадлежал их владыке. И ты можешь не сомневаться, он не позволит тебе пройти, не отняв твою жизнь. Но чтобы вернуть ее, тебе нужно одолеть его, друг мой. Ты должен сокрушить его, обратить в прах, как червя, которым он по сути и является. Так, мышка тут... Никак не влияет. Назад вернуться нельзя. Идем дальше. Опа. Ворота. Надо как-то открыть. О, птичка. Это лебедь, что ли? Нифига себе. Даже гоблинские гранаты будут бессильны против этой укрепленной двери. Гоблины, что ли? Что-то мне это не нравится. Ё-моё, кабан! Ага, понятно. Бляха. Надо как-то... А, мне надо, наверное, шарахнуть так, чтобы этот. Ага. Попался. Верхом на бородавочнике. Как оседлать? Нажмите F, пока бородавочник оглушен, чтобы оседлать его. Атаки влево-вправо, в ближнем бою, движение, особые способности. Можно использовать как таран бородавочника. Движение в нужном направлении для атаки. Как спешиться? F, выдерживать F вместе с средней кнопкой мыши, чтобы спешиться. А. Чтобы спешиться убить бородавочника. Эх вы, жизни не нюхали. Придется бежать. Есть. Зачем спешиться? Можно же этот... На кабане самое то гонять. Нет, все-таки придется спешиться. Я не могу же обыскать это, да? Удерживать. Чтобы задушить ваше верховое животное. Жалко кабана. Можно было и не убивать. Так, что тут у нас? Свиток. Свиток рыцаря братства. Позади бородавочники, впереди оборотни. Никакой передышки. Я решил здесь спрятаться, пока
не будет безопасно, потому как здесь все кишит приспешниками темных владык, а я никак не могу найти дорогу к самому городу. По этой местности мне очень трудно передвигаться, это требует способностей, которых у меня точно нет. Я так голоден, днями ничего не ел. Так, давайте-ка вкачаем какой-нибудь скилл. 1500. Вот, продвинутые приемы. 1000. Круговой взмах. Левая, правая, правая. Проверим. Левая, правая, правая. Угу. Нормально. Я кого-то видел? А, это птичка это. Так, куда дальше? Ага, вижу. Тик-тик-тик-тик. Ух ты. Так, а сюда можно спрыгнуть? Нет, нельзя. А сюда можно, наверное. Ну погнали, чё. Я вот не вижу, почему я там хожу. Чё, на этот раз дадут? Тоже, наверное, записка. Я упражнялся в боевых искусствах и заметил, что если я буду чаще парировать атаки, то смогу лучше сконцентрироваться. И это дало мне реальное преимущество, ведь если я лучше сосредоточен, я могу поддерживать запас магии во время всего боя. Так, ага. А здесь есть пуск какой-то. О, еще кристалл, так и знал. Тут больше ничего нет. Видишь, что нет. Ну ладно. Не так обидно уж. Здесь тупик. Какие колючки тут здоровые. Ой-ой-ой. Забраться нельзя, да? Нет, нельзя. Все-таки это была какая-то фреска. Ага. Во. Мастер. Куда не пройти. Сохранка пошла. Что это? Механизм. Куда? Ага. А если отпущу? Ну, надеюсь, сейчас оборотни не нападут. Все. Прощай. Надо будет здоровье восстановить. Что это такое?
Это тролль? Не, не похоже. Опа! Что это огромное было? О, 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 о. Записочка. Да? Да. На каждую тварь найдется свое оружие. Если ты достаточно наблюдателен, то сможешь определить, против какого вида оружия уязвимо то или иное существо. Я сделаю некоторые пометки для себя. Этакие бестиарии, в котором можно прочитать о повадках и слабостях каждого монстра. И каким способом его лучше одолеть. Кстати, да. Новые приемы вроде открылись. Цепная пила. Мощь. Так, это я видел. Че, все? Святой крест. Крутые скиллы света. Так, я не из-за этого хотел заглянуть. Вот, бестиарий. Я что-то не читал. Бородавочник. Бородавочник. Размер большой, сложность средняя. А, выведение этих чудовищных вепрей веками хранилось в тайне племенами гоблинов. Этот процесс требует особого скрещивания специального рациона питания и возможен... Невозможен без шаманской магии. Бородавочники встречаются так редко, что немногие племена могут себе позволить иметь более одного хряка. Гоблины используют их не только как ездовых животных, но и как пожиратели любого мусора и объедков, поддерживая таким образом чистоту окружающей среды. На них ножи действуют, походу. Ага. Сюда можно спрыгнуть? Нет, нельзя. Жаль. О, что это? А, это ножи. Или нет? Ну-ка. Да, ножи. Кинжалы. Так и знал. Стоп, еще раз. Три удара. Нормально. Ох, долетел, я аж испугался. Одно место сжалось от страха. Так, не нравится мне это. Гоблины. Что они делают? Зачем они это уносят? Прощай. Хопа. А нет. Ах, вы гады. Вон он ходит. А, я понял, что это. Как там силу магии-то врубать? Я уже забыл. Вождь, что ли? Не похож, слишком слабый. Нифига! Уклоняйся, дурак! Ах, уклонение забыл. У него лицо более-менее человеческое какое-то. Что я забыл, как магию включать, забыл.
наверное, этот. Кнопка какая-то. М, может. Ку. Все, вспомнил. Так, это мы видели. А, нельзя, что ли, пропустить? Нет, нельзя. Зараза. Ладно. Потерпим. Но скидыш. Так, пропустить. Уже видели. Да ты будешь уклоняться, нет? Ага. Озверял. Ах, зараза. Чё происходит? Ага. Удар. Ох, ё, вообще жесткий парень. Так. Зачем ты ее бросила? Давай, подбирай. Вот теперь молодец. А, нет. Ох, слава богу, она упала. Ну еще бы, конечно, почему бы не провалиться в какую-то дыру? Продолжить приключение. Водопады Агарты. Этот древний город состоит из множества уровней, каждый из которых является основанием следующего. Этот лабиринт тупиков и забытых проходов, опасность притаилась за каждым углом. Он проявил величайшую стойкость, но это путешествие будет гораздо длиннее и труднее из тех, что когда-либо выпадали на его на долю человека. Ему понадобится вся сообразительность, чтобы найти другой путь к сердцу города, где сама судьба поджидает его. Глубоко ты упал. Удивительно, как ты вообще не разбился насмерть. В лепешку. Тут этажей 20, наверное. Записка. Он молится, когда подбирает что-то с трупа. Я обшаривал трупы братьев в поисках кристаллов. Если я соберу их достаточно много, то стану неуязвимым. Если дураки... Эти дураки пусть занимаются спасением мира. А я вскоре покорю его с моими новыми силами. Я уверен, что где-то рядом кристалл света. Я его найду. Никто меня не остановит. Никто. Походу, совсем обезумел парень.
Вниз нельзя? Нельзя. А тут довольно-таки неплохо. Да, лезть нельзя. Ну ладно. Так, не нравятся мне такие площадки. Вообще не нравится. Надо за дерево зацепиться. О-о-о-о-о-о-о. Ах ты зараза! Смотри-ка, в воздухе одно. Все-таки хлыст мощная штука. Ага, попался. Верхом на пауке, нифига себе. Ближняя атака, дальняя атака. Особые способности. Паук может использовать свою паутину для взаимодействия с окружающим миром. Нажмите правую кнопку, чтобы использовать паутину на подсвеченном объекте. Спешиться также. Офигеть можно. Я на пауке, а? Вот куда надо паутину. Левая кнопка. Давай, 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 тяни. Молодец. Ну все, пора слазить. Извини, паучок. КГ? Ага, средний и F. О, выронил кристалл магии. Он что, внутри него был? Еще два надо. И магии станет больше. Надеюсь, там внизу ничего нет. А, во, куда надо. Что-то я не заметил. А там что, не высоко, что ли? Вот как так-то? Тут же прям этот выступ видно. А все равно он разбился. Я фигею. От этой игры. Сюда тоже нельзя, да? Нет, нельзя. Опять этот оборотень. Ага, попался. Все, хана тебе. А, правая. Никак не привыкну. Среднюю справа путаю. Че, куда дальше? А. Пробел.
О, нифига себе. Сплинтеркел. Что тут что-нибудь есть? Что-то не видать. Ну ладно. Это место я прошел? Или оно еще? А, ё-моё. Далековато идти. Меня так сейчас убьет. Ага, попался. Левый, правый или средняя кнопка. Пробил даже. Все. Тут чё, записка? Их нынче очень много. Я выяснил, что посещение уже пройденных территорий может принести существенную выгоду. Я обнаруживал ценные предметы и реликвии, которые еще не мог использовать в тот момент. Но когда я набирался сил и опыта, то возвращался за ними обратно, чтобы усовершенствовать свои навыки. Буду сверяться с картой, чтобы уж точно ничего не пропустить. Что могло бы мне помочь? О, а здесь не пройти. Что это? Р. Тянет, да? Откуда у тебя столько сил, пупс? Нельзя. Интересно. А как тогда? Спускаться, что ли? Не знал, что у него крест такой длинный. Там что-то есть, что ли, непонятно. Так. Ух, ё! Ах, зараза. Ну ладно. Попробую Alt F6, чтобы смотреть видео. Превьюшку можно будет сделать. Устал, видимо, рычать. Ладно. Даже рукой махнул. На этот раз R. Ах ты, зараза. Я сейчас, походу, тролля оседлаю. Ё-моё, что ж я такой хиленький?
Можно же видео пропустить? Да, можно. Зараза. Ага. Ага. Да блин, да чё ты не уклоняешься? Нажимаю среднюю кнопку. Какой сложности игра вообще? Что-то сложно в натуре. Рыцарь, блин! Не воин, а рыцарь. Охренеть! Тут у меня все хреначит направо-налево. Правая. Да блин, ну не прыгнешь, ничего. Ага. Не успел. Вот, оказывается, как можно еще выбивать эти штуки. Озверел, значит, жизни уже мало. Ну, чё тут надо? Ага. Так, на тролли. Особые способности. Тролль может использовать свои мощные удары для разрушения крупных препятствий. Перейдите к подсвеченным препятствиям, нажмите правую или левую кнопку мыши, чтобы разрушить. Я могу схватить? Нет, не могу. Левая, правая. Ну, все, прощай, ты мне помог. Сорян. Музыка в этой игре громко. Так, а теперь понять, куда идти. Здесь два прохода. Так, ладно, я сначала туда схожу. Так, назад, вперед, назад, вперед, назад.
вперед, назад. Сломали. Это я типа сократил, что ли, не пойму. Опять этот гад. Ё-моё, что ты какой неубиваемый. Прям как момента ждал. Опять. Неудобно пробел нажимать далеко от остальных кнопок. Ножи что-то я не использую. Надо туда вернуться. Я, наверное, что-то пропустил. Зараза. Вот как понять, где сюжетный путь, а где нет? О, спасибо. Нычку нашел. Кристалл. Так, внимание. Влево. На шкалу смотрим влево. Внизу. Чуть-чуть больше стало. От зараза. О, и восстановилось. Да, все-таки не зря я сюда вернулся. Мне потом надо будет эти уровни перепройти, чтобы испытания сделать. Испытания уж не будут показывать, только сюжет. Так, здесь тупик. Да, не достать. Здесь у нас тоже. Тоже тупик. Тут залазить не надо, тут надо просто перейти и спрыгнуть. Вот так вот. Тут карта сама меняет, ну точнее карта, камера меняет свое расположение. Опять пауки. А чё у него брюхо какое побитое? Упадешь, дурак. Вот скотина, взял, мост сломала. По-любому.
Опять оседлать надо будет, наверное. Нравится мне эта атака, она просто восхитительная. И легкая. Все, хана тебе, зараза. А чем как ходит? Я же вперед нажал. Сейчас мостик сплетет по-любому. Нифига себе. Все, ты мне больше не нужен. Этот предельное накопление уменьшается сразу. Даже как-то обидно. Побольше бы ее было. Ой, чё, когда там конец, то я уже задерживаюсь. Почему она не напала? А, не ту кнопку держу. Все, сейчас уменьшаться начнет. Ну и куда? А, вот сюда мне. Что-то новенькое. Все, сломает сейчас. Красный медальон. И с 5 камнями уже сразу. Че он дает? Медальон теней. Да понял я. Этот медальон носит лишь немногие из братства. Большинство страшится использовать магию теней, избегая ее применения. Но некоторые считают, что для победы над злом нужно познать как светлую, так и темную сторону магии. Этот медальон в виде диска позволяет трансформировать нейтральные стихийные сферы в энергию теней. Кристаллы могут быть вставлены в пустые пазы, и когда все 5 углублений будут заполнены красными кристаллами теней, максимальный запас теней возрастет. Так, стоп. Тут еще, наверное, заклинания новые появились. Разрывные кинжалы на магии теней. С магией света нет, зараза. Так, магия теней. Выглядит круто. Ангелочек и демон. Так, разъедающие цепи. А нет, это свет. Чё, пламя теней? Чё надо сделать? Нажать правую, а потом удерживать левую. Круто. Извержение. Левая. Потом удерживать правую. Потом правая, правая. Это пробел, что ли? И снова правая. Блин, сложно. Так, погнали. Ничего нет? Я туда попал, но не... Найдите источник нейтральной стихийной энергии, чтобы заполнить ваш новый кристалл теней. Вам нужно использовать магию теней для активации этой руны. Это понятно, но... Так. Управление. Е. Активация, деактивация. А! Z это свет. А C это тьма. На тьму меньше. Кстати, я хочу попробовать. А, не получится. Я же не открыл приемы новые. Что тут надо? Активировать магию теней. Теперь вы можете комбинировать магию света и теней, чтобы посылать
вам использовать очень мощные приемы для поражения противников. Используйте магию света для восстановления здоровья, а магию теней для нанесения большего урона. Ё-моё. Ага. А, я не ту кнопку нажимал. На теней же надо другую нажимать. И я понял, что сюда можно забраться. Не ломается, зараза. Как это? Ага. Куда дальше? Вижу. Так, дальше сюда. Как аккуратно вода стекает, да? Где я? Ага, вижу. Все здорово, но куда мне дальше-то? А во. Все, прошел. Водопад Агары. 1300. Мне ни на что не хватит, наверное. Ну-ка. Да, ни на что. Ладно, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Дэрил Виндзер. Всем пока. Thank you.